Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот и это клуб «Мир в коробке». Сегодня мы проведем распаковку аж двух дополнений к Дикситу. Вот таких вот, седьмое и восьмое. Скажем так, оба нам дополнения подарили. В описании я оставлю ссылки на те магазины, которые нам их подарили. И приступим, мы начнем с седьмого. Говорят, что там обложка карточки покрыты фольгой, что ли, или они какие-то блестящие. В общем, какие-то они необычные, друзья. Сейчас мы об этом узнаем. У меня не базовый Dixit, у меня Dixit Odyssey до 12 человек. Дополнение для него просто необходимо. Итак, в коробочке нас встречает правило и колода карт. Так, вторая камера, надеюсь, видно. Вот так вот, есть. Правила, они достаточно такая гармошка. Двухсторонняя. Вот, надеюсь, видно. Вот так вот. Так, есть. И теперь, ух ты, здесь они, карты разбиты на две колоды. Вот так вот. Рубашка стандартная. Ну что, приступим к вскрытию. Отрывалочек здесь, как всегда, нету. Хлястиков, придется взрывать упаковку. Так, вот такая вот колода. Сейчас я посмотрю. 84 карты здесь. Но пока ничего этого хваленого какого-то покрытия я не вижу, которое там сказали в описании. Вот, сейчас я вам представлю некоторые карты. Вот такая вот. Вот они. Надеюсь, зрители не сильно расстроятся, что я не смотрю в основную камеру. О, замечательная карточка. Вот такая вот с телефона. Действительно, Dixit потихоньку становится современным. Странно, что не с айфона, друзья. Это первая колода и вторая. Может быть, тут попадутся эти магические карточки с серебряным покрытием. И каким-то там. Вот они все вместе. Та-дам! Опа! Вот так вот. И смотрим у нас здесь. Ну, не знаю. Не вижу. Арты достаточно уникальные, но тем не менее. Вот, их достаточно много. Собственно говоря, Dixit маленькое дополнение у них у всех. А, кстати, главное, что недавно я прочитал, у каждого дополнения Dixit был свой художник. У этого Dixit это художник Марина Коудура. Коудура, извиняюсь, если я неправильно прочитал. Ладно, все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш Facebook, ВКонтакте, Instagram и Тисеру. Всем пока!